Рождественский концерт – одна из ярких традиций Самарской области. На одной сцене выступают вокальные, танцевальные и инструментальные коллективы не только духовной, но и светской направленности. И зрители с интересом встречают каждый творческий номер. Если говорить о том, для кого предназначен, то, собственно говоря, для всех любителей, ценителей духовной музыки, народной музыки, патриотических песен. Вот, поэтому действительно в зале можно встретить очень разных людей. Перед зрителями с казачьими песнями, рождественскими колядками и хореографическими номерами выступили коллективы Самарской духовной семинарии, приходских и кадетских школ. Рождество – это как раз тот праздник, который открывает в нас новые какие-то лучшие человеческие качества. И если сегодняшний праздничный концерт подарит нам такие замечательные минуты, наверное, мы будем все еще более счастливы. Это один из двух больших концертов, которые организует Самарское православное духовенство. Следующий будет посвящен Великой Пасхе, которую в этом году отметят 16 апреля. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.